Вы прекрасно справились, командир. Войска Синзо присягнули на верность Тацу. Мир в провинции восстановлен. Впрочем, остальные лидеры Сигуната все еще не желают сложить оружие. Несмотря на поражение Синзо, наместник Кензи продолжает собирать свою армию в Осаке. Тацу предоставит вам сведения по операции. Желаю удачи, сэр. Кензи всегда был непокорным. Но я никогда не думал, что он сможет предать меня. Похоже, для нас он будет опаснее самого Синзо. Он является сторонником новейших военных технологий. При обороне Кензи станет использовать все, что сможет. Его штаб — это хорошо укрепленная крепость рядом с Осакой. Не стоит его недооценивать. Кензи надменен и дерзок. Но не ошибитесь. Он опасен. Бывший военачальник Сигуната Кензи Тензаи находится в укрепленной штаб-квартире в Осаке. Ваша задача – взять его в плен живым. Найдите способ обезвредить генераторы наночастиц, защищающие проход к штабу Кензи. Найдите способ выманить Кензи из укрытия. Когда его выследят, мы возьмем Кензи в плен с помощью хроносферы. Верные Кензи войска будут сопротивляться до последней капли крови. Удачи, командир! Похоже, Кензи знал, что мы идем. Он возводит защитный периметр. Вы должны пробить периметр, прежде чем штурмовать главную базу. Кензи уповает лишь на оборону и новейшие технологии. Его крепость защищена улучшенными генераторами наночастиц. Вам нужно найти способ пройти и взорвать их. Вы действительно надеетесь пробить мою оборону? Дерзкий план и очень глупый. Получено новое задание. Это улучшенные генераторы наночастиц. Их так просто не обойдешь. Придется искать способ, чтобы обезвредить их. Объект под огнем. Мы под огнем! Размаживай! Чем могу помочь? Прибыл точно в срок. Превосходно. Обнаружена база противника. Нужен ремонт? Все хорошо. Их слишком много! Страж к вашим услугам! Я прекращаю огонь! Приветствую, шеф. Пора спасаться! Да тут я! Чего надо? А я только-только кто последний? У того мозги стухли. Внимание, я выхожу. О, боже! Да тут я! Чего надо? Я бы порох не промок. А акул там нет? Уничтожен. Драка в зоне высадки. Страж к вашим услугам. А я только-только привык к воде. Мне нужно полотенце. Я прекращаю огонь. Приказ будет выполнен. Борьба с миром.
Близок к бою готов. Я на связи. Просто не могли пробить мой нанощит. Или нет? Обезвредив генераторы наночастиц, мы сможем перебросить сюда подкрепление. Нужно основать базу до того, как сторонники Кензи опомнятся. Доступны новые постройки. Получено новое задание. Идет строительство. Ну что ж, вот теперь вам не сдобровать. Этот день вы запомните навсегда. Строительство завершено. Доступны? У нас появилась новая пехота. Крио-легионеры. Они быстро разберутся с противником, командир. Строительство завершено. Отряд крио-легионеров прибыл, чтобы помочь при захвате Кензи. Их крио-оружие заморозит любого противника. Строительство завершено. Идет строительство. Не клевать носом на вахте! Поместье Кензи охраняют железные ронины, противотанковые роботы. Нашим машинам лучше обходить их стороной. Хорошо, не клевать носом на вахте! Задравить гусеничные руки! Готовьте эми-ракету. Готов, сэр, приказывай. Хорошо. Строительство завершено. Меняем курс. Постройка противника. Вывести из строя их технику. Чувствуете холод? Готов, сэр, приказывайте. Идет строительство. Нефтяная Готов, сэр, приказывайте. Захвачена. Идет строительство. Готов, сэр, приказывайте. Обнаружен Страж противник. Переброски готов. Как вам помощь не помогут? Страж к вашим услугам. Они прямо у нас по носам! Не прерывайте связь! Ждите похолодания! Я слышу! Напали! Они прямо у нас по носам! Доступны новые постройки! Они прямо у нас по носам! Идет подготовка! Они прямо у нас под носом! А я только-только привык к воде! Они прямо у нас под носом! Задание выполнено! Они прямо у нас под носом! Идет строительство! Они прямо у нас под носом! Они прямо у нас под носом! Обнаружен противник. Крио-легионер, включаю агрегат. Объект под огнем. Противник атакует сборочный этап. Страж, переброски готов. Напали. Идет ремонт. Лед тронулся. Кого охладить? Идет строительство. Если сможете починить затопленные мосты, я вышлю вам подкрепление. Получено дополнительное задание. Усовершенствование выполнено. Тацу просит помощи в ремонте моста между ним и его войсками. На базу... Доводит снег. Как бы порох не промок. Инструменты на готове. Под огнем. Ждите похолодания. Смерть врагам Империи! Обнаружен противник. Лед тронулся. Идет ремонт.
На базу, на базу. Что у нас на повестке дня? Не прерывайте связь! Доступны новые постройки. Идет строительство. Нехватка энергии. Кого охладить? Нужен ремонт? Миротворец к бою готов. Строительство завершено. Идет строительство. Обнаружен противник. Вооружен до зубов. На базу напальник. Строительство завершено. Мне нужно полотенце. Объект уничтожен. Противник атакует. Да, мусор система. Буревестник на связи. Конечно. Круто. Обнаружен противник. Хороший вид. Рожки до ножки. На базу. Лев легионер. Заморожу. Люблю эти звуки. Уничтожит всех. Кто любит погорячее? Срежем их. Да, гляньте на этого. Могу и туда. Ждите похолодания. Все системы в норме. Недостаточно средств. Еды. Вы что, подбиты? Конечно. Будет весело. Да будет смешно. Чем обрадовать? О чем они думают, когда умирают? Остался. Я слышал. На базу напали. Обнаружен агент противника. Готовы применить темпоральный заряд. Мы несем радость. Объект уничтожен. Недостаточно средств. Ваш приказ. Объект под огнем. Понял вас. Как прикажете. Обнаружен противник. Враг на 12. Этот мой. Смешные какие. Ага. Сжигай мусор. Да, куда угодно. Недостаточно средств. Враг на 12. Ага, как прикажете. Вот так. Ага. Рожки до ножки. Конечно, этот мой. Обнаружен агент. Круто. Как прикажете. Вот так вот. Да, куда угодно. Конечно. Возвращаемся. У нас получится? Уничтожен. Недостаточно средств. Идет подготовка. Кому тут жарко? На базу, на базу. Заморозит. Дорогу бью пехоте. Резко прямо у нас под носом! Патрулируясь, к бою готов. Чем обрадуете? Ох, и обрадуется же нам. Все системы в норме. Что еще? Объект под огнем. А я только-только привык к воде. Чувствуете холод? Как бы порох не промок. Двое вы! Страж к вашим услугам! Не прерывайте связь! Они прямо у нас под носом! Чем обрадуете? Могу и туда. Да, куда угодно. Круто. Недостаточно средств. Обнаружен противник. Вас понял. Ага, выходим в рейд.
Конечно. Как прикажете. Мрак на 12. Вас понял. Как прикажете. Да, куда угодно. Объект под огнем. Я слышал. Да, куда угодно. Как прикажете. Недостаточно средств. Объект уничтожен. Обнаружен агент противника. Все системы в норме. Ох, обрадуется жена. Вас понял. Могу и туда. Объект под огнем. Понял вас. Ага, выходим в рейс. Как прикажете. Я слышал. Понял вас. Да, куда угодно. Будет весело. Да, куда угодно. Как прикажете. Вас понял. Дано разрешение. Ага, выходим в рейс. Круто. В области свободной торговли. Ага, я слышал. Понял вас. Будет весело. Могу и туда. Да, куда угодно. А, выходим в рейд. Вас понял. Да, куда угодно. Понял вас. Хороший вид. Сжигаем мусор. Круто. А, выходим в рейд. Я слышал. Будет весело. Ага, выходим в рейд. Объект да, куда угодно. Уничтожен. Ага, выходим в рейд. Идет строительство. Объект под огнем. А я только-только привык к воде. Да, сэр. На базу напали. Идет строительство. Да будет снег. Обнаружен противник. Идет ремонт. Идет ремонт. Строительство завершено. Идет ремонт. Все системы в норме. Доступны новые постройки. Хвосты! Объект под огнем. Кого плодить? На базу напали. Лед тронулся. Ваш приказ. Хотите ледяную статую? Недостаточно средств. Тьма близко. Поспешишь, людей насмешишь. Эй, а ну-ка убирайтесь! Хотите ледяную статую? Что еще? Вас понял. Все системы в норме. Как прикажете. Буревестник на связи. Да, куда угодно. Средств. Вас понял. Обнаружен ага, противник. Выходим в рейд. Понял вас. Я слышал. Понял вас. Обнаружен ага, выходим противника. В рейд. Понял вас. Как прикажете. Ага. Вас понял. Конечно. Как прикажете. Рожки до ножки. Не останавливаемся. Слишком близко. Могу и туда. Произведен. Вас понял. Конечно. Таможня дает добро. Да, куда угодно. Могу и туда. Обнаружена база противника. Понял вас. Могу и туда. Вас понял. Сжигаем мусор. Понял вас. Конечно. Как прикажете. Вас понял. Круто. Да когда же он упадет-то? Идет подготовка. Что еще? Понял вас. Да, куда угодно. Недостаточно средств. Лед тронулся. Да, я здесь. Обнаружен. А противник. Вот и мы. Не клевать носом на вахте. Объект под огнем. ЕК.
скорее. Меняем курс. Приказ будет выполнен. Не клевать носом на вахте. Адвента! Ремонт нам не помешает. Готовьте эми-ракеты начинать развертывание. Вот твари, по нам стреляют. Следите за приборами. На базу, на полет. Идет ремонт. Мы ушли, ковыряя во мгле. Идем на перехват. Мост восстановлен. Обнаружен противник. Я морской волк. Объект под огнем. Идет строительство. Идет подготовка. Я здесь. Пора сваливать отсюда. Пора движиться. Не клевать носом на вахте. Тема близко. Идет строительство. Чем обрадуете? Ага, выходим в рейд. Не клевать носом только на вахте. Скажи. Обнаружен противник. Чувствуете холод? Не клевать носом на вахте. Проедем. Не клевать носом на вахте. Вывести из строя их технику. Я так и знал. Теперь попробуем минимизатор. О, еще один подзор. Все системы в норме. Обнаружен противник. Не бил. Могу ехать. Под огнем. Я здесь. Пора начинать развертывание. Ремонт нам не помешает. На базу напали. Звучит неплохо. Так-то лучше. Хорошо, идем. Мост восстановлен. Да, я здесь. Задание выполнено. Идет строительство. Объект под огнем. Все системы. Готовы применить мощный темпоральный заряд. Ну что, повеселимся? Обнаружен противник. Что еще? Я слышал. Да, куда угодно. Пора передохнуть. Не торопись. Меняем курс. Освободите палубу. Я так и знал. Людей насмешишь. Теперь попробуем минимизатор. Да. Идет строительство. Идет подготовка. Ждите похолодания. Я там. Я слышу. Получай. Еще один, да? Лед тронулся. Да, я здесь. Круто. Ага, выходим в рейд. Я слышал. Что от нас нужно? Быстрее. Осторожно. Вперед. Близко. Буревестник на связи. Обнаружен, конечно, противник. Понял вас. Хороший вид. Сжигаем мусор. Объект, конечно. Я слышал. Да, куда угодно. Будет весело. Круто. Как прикажете. Да, куда угодно. Будет весело. Круто. Обнаружен агент противника. Готовы применить сверхмощный темпоральный заряд. Понял на вас. Базу напали. Объект под огнем. Будет весело. Теперь мы скажем. Укажите место. Могу и туда. Вас понял. Ага. Да, куда угодно. Могу и туда. Вас понял. Недостаточно. Конечно. Средств. Понял вас. Они прямо у нас пошли. Вас понял. Объект под огнем. Круто. Будет весело. Как прикажете. Да, куда угодно. Будет весело. Укажите на цель. Да, куда угодно. Мы все проверим.
круто. Таможня дает добро. Понял? Вот так вот. Это наш. Ага. Я слышу. Вас понял. Могу и туда. Смешные какие. Конечно. Рожки да ножки. Хороший вид. Понял вас. Ха-ха. Враг на 12. Рожки да ножки. Могу и туда. Этот муж. Хороший вид. Круто. Будет весело. Могу и туда. Конечно. Лед тронулся. Заморозить? Все системы в норме. Как по льду. Кому тут жарко? Оуда. Недостаточно средств? Ваш приказ. Могу и туда. Конечно. Лед тронулся. Ох, и обрадуется жена. Слушаем внимательно, сэр. Отправьте их на корм рыбам. Недостаточно средств? Кому тут жарко? Ждите похолодания холодным ветром. Да будет снег. Недостаточно средств? Ледниковый период. Ждите похолодания. Недостаточно средств. Лед тронулся. Готовы нанести точечный удар. Ждите похолодания. Как по льду. Обнаружена база противника. Зачем тебе пушка, а? Я их вижу. О, да мы тут не одни. Укажите цель. Все системы. Недостаточно. Кому средств. Тут жарко. У нас тут не стреляют. Новый период. Обнаружен противник. Объект под огнем. Бей их! Устроим им теплый прием. Готово. Недостаточно средств. Что от нас нужно? Эй, куда побежал? Они не на свободе. Чувствуете холод? Хотите ледяную статую? Ну что, повеселимся? Да, куда угодно. А вот и мы. Могу и туда. Да, куда угодно. Я слышал. Ага, выходим в рейд. Как прикажете. Враг на 12. Вас понял. Сжигаем мусор. Как прикажете. Смешные какие. Могу и туда. Как прикажете. Вас понял. Сжигаем мусор. Ага, выходим в рейд. Могу и туда. Хороший вид. Конечно. Вот так. Могу и туда. Круто. Как прикажете. Вас понял. Круто. Ага, выходим в рейд. Вас понял. Теперь мы скажем. Мы все проверим. Ага. Понял вас. Объект будет под весело. Огнем. Вас понял. Недостаточно средств. Могу и туда. Кому тут жар? Буревестник на связи. Понял вас. Готовы нанести. Зима близко. Точечный удар. Еще ранишь кого-нибудь? Мы ушли, ковыряем. Кто звал меня? Открыть огонь! Хочу в бой по дороге. Жду приказа. Укажите цель. Укажите цель. Чувствуете холод? Крио-легионер. Что тебе нужно? Это все. Что от нас нужно? Эй, куда побежал? Вот это правильно.
огнем. Хочу бой. Сверхмощный темпоральный заряд. Укажите место. Да будет снег. Лед тронулся. Да будет снег. Да, я здесь. Круто. Могу и туда. Я здесь. Кого охладить? Не вопрос. Глубокая заморозка. Не зли меня. Кто следующий? Я здесь. Актив уничтожен. Кто звал меня? Кому тут жаль? Чем обрадуете? Смешные какие. Вот так. Это мой. Хороший вид. Конечно. Таможня дает добро. Чувствуете холод? Включаю агрегат. Задание выполнено. Думаете, что победили? Да вы даже не поняли, что произошло, верно? Приготовьтесь идти на штурм. Планы поменялись. Внимание! Один из наших инхибиторов активизировался и действует против нас. Готовы нанести точечный удар. Ингибитор не дает нам захватить Кензи. Придется уничтожить его с помощью пехоты. Получено новое задание. Эй, в чем дело? Сделаю. Вас поняла. И я мигом. Боря, один я такой, крио-легионер, с легкостью покрошит всех. Выполняем. Под огнем. Двигаюсь. Эй, ты, а ну стоять! Заразина! Сейчас тут будет грязно. Таня, к бою готова. Это все мое. Вас поняла. Ее враг только один. Я это заберу. Ее враг только один. Я тут. Обнаружена база противника. Объект под огнем. Без проблем. Ее враг только один. По-моему, он устал. Объект уничтожен. Это все мое. Выхожу. Я тут. Делаю. Двигаюсь. Идем, враг только один. В погоню. Делаю. И амиго. Тьма близко. Дыхание смерти. Ты не замерз. Где вечеринка? Это все мое. Уже в пути. Легко. Выполняем. Это все мое. В погоню. Так точно. И амиго. Я это заберу. Выхожу. Выполняю. Не кипятись. Готово. Лучница к бою готова. Тихо. Все чисто. Я все вижу. Ему не уйти. Иду. Этот мертв. Быстрее. Я поняла. Уйти. Вперед. Осторожно. Выступаем. Что, замерз? Что у нас на повестке дня? А еще я умею вот так. А ты такой холодный. Объект под огнем. Лучница, иду. Преследую цель. Я поняла. Таня, к бою готова. Сделаю. Объект уничтожен. Двигаюсь. Приятных снов. Выполняю. Улыбочку. Выхожу. Уже в пути. Пластик заказывали? Неудачник. Двигаюсь. Ингибитор уничтожен. Связь с хроносферой восстановлена. Идет подготовка к переброске десанта для захвата Кензи. Тацу! Как ты мог так поступить со мной? Военачальник Кензи взят в плен и будет переправлен в ближайшую тюрьму. Задание выполнено.